Православные люберчане отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Литургия прошла в храме Преображения Господня. Под звуки колокольного звона всех прихожан пригласили на божественную литургию в храм. Праздничную службу вел архиепископ Подольский и люберецкий Аксий. Колокольный звон слышал тысячи людей в округе. И звонил, встречал архиепископы наши. Святые говорят, что колокол является символом архангельской трубы, воспевающей величие Божие и побуждающей нас к духовному бодрствованию и непрестанной молитве. На праздничную службу пришли более 200 человек. Среди них глава округа Владимир Волков, представители общественной палаты, а также ученики кадетской школы, которые пришли на службу вместе с учителем. У нас не только дети приходят, у нас приходят и родители все вместе. У нас проходят собрания в храме. Мы участвуем во многих богослужениях. Батюшка приходит к нам в школу, потому что мы верим, потому что у ребят много вопросов, и мы поем в церковном хоре. Праздник Покрова символизирует защиту Пресвятой Богородицы, на которую может рассчитывать каждый, кто к ней обращается. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.